Походу. Здесь что-то было. Так, сейчас у нас будет маленько. Угу. Процарапались. Вот. Переехали перевал. Ну, собственно, как и предполагалось, вверху никаких абсолютно следов нету. Вот прошло два зебря, бык и корова. Вот, и все. Кабан наверх не поднимается, а делать тут нечего, кушать вообще ничего нету. Вот, ко всему прочему, еще и наст. Наст, который... Ну, с одной стороны, такой не проблемный, потому что снега-то не так много. С другой стороны, но он все равно мешает вести вот эту роющую деятельность. Потому что пятачок, он же не железный у кабана. Вот. И больно ему копать ледышку. Вот. А практически весь снег, вот этот, вот то, что мы вот сейчас видим, да, это ледяная корка. Сверху чуть-чуть покрытая где-то сантиметровым слоем мягкого пушистого снега, который выпал, собственно, сегодня ночью. Ну, вот вниз спустились, вот, и сразу видно вот косуля, вот зебряк начал тут шевелиться. Вот, и сейчас звери едят вот эти вот, вот эта трава, которая не ушла под снег. Вот, и видите, вот здесь концентрация следов. Вот